Саяногорские любители зимнего плавания отпраздновали пятилетие своей организации купанием в Енисее. Старожилы клуба «Саянморш» организовали дружеское соревнование и обряд посвящения для новичков. Торжество началось с прибытия лучших моржей клуба. Победители и лауреаты российских и международных соревнований Александр Черкасов и Евгений Логинов устроили показательный заплыв на 2,5 километра. По словам моржей, погода была благоприятная. Всего минус 4 градуса. При этом температура воды в Енисее 6 градусов выше нуля. Для моржей со стажем, да и для остальных участников это не стало проблемой. В этот день все желающие участвовали в плавании на скорость. Женщины преодолевали дистанцию в 25 метров, мужчины в два раза большее расстояние. После зачитывания гимна клуба «Саянморш» и троекратного погружения в Енисей, молодые любители зимних купаний были посвящены в саяногорские моржи. И зимний моржовый сезон объявили открытым.